Доброе утро! Я очень рада встрече с вами. А поводом для этого стало желание моих коллег, ваше желание, с коллегами, с которыми мы когда-то еще в 2009 году начинали телепроект «Две звезды», будучи активистами молодежного совета. В этом году «Две звезды» состоится уже в шестой раз. Шестой раз, и сегодня мы с вас познакомим с первыми, самыми смелыми участниками. Но прежде чем мы с ними встретимся в этой студии, давайте посмотрим, как было в сюжете в течение 5 лет, проект как проходил. Слова Маяковского. Если звезды загораются, значит, это кому-то нужно. А девиз нашего телепроекта звучит так. Талантливый человек талантлив во всем. Я очень хочу сегодня вас познакомить с нашими первыми, самыми смелыми участниками телепроекта. Доброе утро. Доброе утро. Это глава Амгинского улуса Николай Архипов. И его в дуэте поддержит обладательница красивого голоса, преподавательница, мелодист Милена Борисова. Еще раз доброе утро. Доброе. Как ваше настроение? Как утро началось? Настроение отличное. Очень музыкальное утро, скажем так, да? Утро всегда начинается с песнями, да? Да, конечно. У меня так, ага. Во-первых, я хочу спросить, да, вот... Вот когда вам предложили принять участие в нашем проекте, вот, почему вы дали согласие? Вы, наверное, очень любите петь?
Ну, наверное. Но первая задумка была то, что успею ли, будет ли время. Подготовиться. Да. Ну, за это короткое время, ну, Николай Архипович всегда в делу своей работы, да, всегда выкраивает время. И очень хорошо, вот, скажем, активно начали репетицию над нашим номером. Я знаю, что специально для нашего проекта вы написали песню. Ага. Песня очень патриотичная. Расскажите, пожалуйста. Так как мы оба с Амгинского района, у меня уже несколько песен про свою родную Амгу. И эта песня тоже будет про нашу родину, красавицу Амгу. Песня такая медленная, мелодичная, с широким... Как сама Амга, да? Ага, как сама Амга, с широким таким диапазоном. Ага. Она была очень быстро сочинена, отправила Николаю Архиповичу, ему понравилось. И вот сразу начали репетировать. Презентация песни состоится только на телепроекте «Две звезды» 7 января в здании Сахацирка. Вот. Ну, я очень рада, что рождаются, не только загораются новые звезды в нашем проекте, да, но и рождаются новые песни. Ну, Николай, давайте поговорим, наверное, о вашем творческом начале, да? У любого руководителя, любого успешного человека всегда есть место творчеству. И даже в решениях каких-то, наверное, задач тоже подходите с творческой стороны. Бывает она такое, да? Конечно. В детстве вы какие кружки вы посещали? Чем занимались? Пели ли вы? Ну, в детстве, как все якутские пацаны, ходили на борьбу. Потом у нас Ольга Петровна Иванова-Сидоркевич, у нее был дом пионеров, туда все ходили ребята. Вот мои братья тоже занимались. Но слишком много не пел. Сейчас вот последнее время только со студенчества, наверное. Когда вот все однокурсники, все поют, человека тоже хочется. И в наше время в основном это группа «Дуран» же был, да? Вот их песни постоянно звучали, да, и под эти песни, ну, просто приходилось повторять, и это со временем, как бы это, ну, маленько что-то образовалось, наверное. Да. А кто-то в вашей семье, может быть, тоже поет? Ну, таких певцов нет, но просто это творческие личности, наверное, это моя сестра младшая, которая пишет стихи, Зинаида Архипова. Наверное, знаете. Ага. И может кто-то еще есть? А, еще вот дедушка по линии матери пел, говорят. Но это было в советское время, перед войной. Когда он сено косил, там, говорят, в Аласе такой звук стоял, что, ну, вот мать моя так вспомнила. Наверное, от него передалось. Ну, я не думаю. Когда вы сообщили своей семье о своем решении, либо вы вместе со своей семьей принимали решение принять участие на телепроекте «Две звезды»? Ну, конечно, с женой посоветовался. Она сперва сразу, вот как я, а будет ли у тебя время, да, успеешь ли? Но уже у меня голову села, раз уже подумала, уже назад ходу нет. А маме когда сообщили? Ну, они от жены услышали, и, ну, они спокойные, нормально воспринимают это. И, ну, очень рады послушать. Вот, чтобы стать успешным человеком, да, и примером для других людей, да, для подрастающего поколения, все-таки все начинается с детства, да, вот, успешность успешного человека в будущем. Мне очень интересно, вот занимались вольной борьбой, бегали по берегу красавицы реки Амги, да? А все равно где-то, все равно человек напевает песни, когда на красивой природе находится. Но кроме занятий кружков, еще же родители чему-то учатся, напутствуют слова, говорят. Может, что-то осталось, что всегда вас направляет по жизни? Ну, родители мои спокойные люди. С детства, ну, как бы воспитывали. Нас же много, многодетная семья, нас 7. И, ну, как сказать, сильно, чтобы быть успешным,
чего-то добиваться, сильно таких целей не ставили. Просто я думаю, если человек своей профессии, ну, всего себя отдает, это потом, ну, как, дает, наверное, результат. А своих детей как вы воспитываете? Ну, сколько у вас этих детей? У меня 4 дочки, я счастливый человек, уже внук растет, младшая дочка в 7 классе. Она вот творческий человек, да? Все пробует. Художественная гимнастика, бег, рисование, потом сейчас танцует. Ну, ото всего, как бы, это опыт набирается. Милена, наверное, волнуешься, да, перед презентацией? Да, очень волнительно. Как народ воспримет, как в нашем районе, вот про мою новую песню, да, услышат. Ну вот, в общем, я сейчас счастливая стою. Вот с главой нашего района петь про нашу родную Амгу, это для меня, скажем так, честь большая. Я хочу вам пожелать успехов в участии, победы, чтобы ваша песня очень понравилась нашим зрителям. Не волноваться, а готовиться. Ну а мы с вами завтра встретимся в это же время, в этой же программе. Здесь я буду вас держать в курсе всех событий, которые будут происходить вокруг нашего телепроекта. Напоминаю, что телепроект состоится 7 января в здании Сахацирка. Отличного вам дня!